вообще-то они должны выйти и сказать, что нам делать. Да. Потому что ждать нас или не ждать. В пятницу записали на понедельник. Сказали прийти. А сейчас вывесили объявление, но они должны выйти и объяснить нам, как дальше быть. Мне сказали, подвезут деньги в понедельник, и давайте мы вас запишем. Вот мы запишали, и все. Закрытые двери с утра в понедельник, сухая информация про технические неполадки и, как следствие, растерянные люди у входа в банк. Региональный инвестиционный коммерческий или сокращенно Ринвестбанк за многие годы своей деятельности доверие клиентов сегодня не оправдал. История началась еще в пятницу, когда закрылось отделение на Косинке. Симовском шоссе, и клиентов перенаправили в главный офис. Но и здесь вкладчиков обслуживать не стали. Но здесь не обслуживали в субботу. Вот нигде. А что говорили? Технические неполадки. Нигде никакой информации о том, что у них ограничение или запрет на прием вкладов. Потому что я даже пыталась, в принципе, добиться. Так вы что, не проводите все операции? Нет, мы только не проводим прием вкладов. Очень был интересный ответ. Люди, простояв у закрытых дверей, уходили ни с чем. Никакой информации сотрудники банка так и не дали. На телефонные звонки рязанское отделение не ответило. Дозвониться удалось до московского офиса. Все офисы, которые находятся в Рязани, сегодня по техническим причинам закрыты. До какого периода? Сегодня не обслуживают клиентов. На какой период? Информация мне не предоставлена до какого периода. Перезвоните, пожалуйста, завтра утром. Я уточню информацию, если мне вас специалистом. То есть другие отделения в других городах Москва, Тула, Самара работают, да? А в Москве тоже не работают все офисы. Работают только в Самаре. Офис операционный офис самарский. Комментарии отказываются давать и в Главном управлении Центрального банка России по Рязанской области. Наши сотрудники в курсе сложившейся ситуации. Ситуацию мы не комментируем пока по телефону. То есть наши сотрудники работают по этому вопросу. А вот что пишут в отзывах о Ринвестбанке на сайте Банки.ру. Договор по вкладу закончился 30 июня 2016 года. Деньги не возвращают. По телефону получить объективную информацию нет возможности. Ссылаются на технический сбой программы. Сегодня, 1 июля, хотел получить проценты по своему вкладу в офисе на Грибоедова в Рязани. На дверях табличка «Закрыт по техническим причинам». Звоню в банк и попадаю в Москву, где мне предложили записаться на получение денег через 5 дней. Не проходят платежи юрлиц с 27 июня. Счета полностью заблокированы. Ринвестбанк основан в 1995 году в Рязани и 7 июля должен отметить 21 год финансовой деятельности. Он занимает третье место в рейтинге по размеру активов среди четырех региональных кредитных организаций.